Всем большой привет, меня зовут Марина. Сегодня у меня заказ по 16 каталогу Avon, он перед вами. Заказ получился маленький, потому что я делала на номер координатора, чтобы получить зарплату, то есть на 1600 рублей. Но сейчас у меня едет 3 коробки, 20 килограмм, так что, девчонки, подписывайтесь на канал, будет много интересного. А я вам желаю приятного просмотра. Новая клиентка заказала у меня вот такую парочку. Это очищающее средство для лица с алоэ и огурцом и маску-пленку для лица в объеме средства 200 мл и 90 мл маска-пленка. Вот такая красивая парочка. При покупке двух дел действовала специальная цена. Желтый ценник 89 рублей за умывалку и 99 рублей за масочку. В общем-то, даже вот так вот на подарок неплохо смотрится. Клиентка заказала еще вот такой крем для рук, скорая помощь, с восстанавливающими и смягчающими компонентами. 75 мл, хорошие отзывы на этот крем, стоимость 65 рублей. Я была у мамы в гостях, и у меня очень сильно поветрили руки. И, в общем, мама мне дала свой крем с авокадо, но еще не новогодняя лимитка, а обычная версия. И, вы знаете, просто заживил мне руки очень-очень хорошо. Вот в этих местах, вот на сгибах пальцев, в общем, даже трещинки появились, даже из одного пальца бежала кровь. И буквально за день я кожу рук восстановила. Очень хороший крем. Я заказала себе вот такой вот в новогодней версии. Других кремов у нас пока на складе не завезли. Уже пишет, что нет в наличии. 59 рублей. Ну, вообще красота красивенная, девчонки. Заказывайте, если у вас они есть на складах. Красота. Еще у меня клиентка заказала дезодорант «Активная защита», 50 мл, он дьюти для женщин. Мне эти дезодоранты не очень нравятся, 119 рублей по каталогу, проходит полная скидка, но как бы не знаю. Она берет первый раз, не знаю, понравится ей он или нет. Скидка 40% проходила при покупке кремовой губной помады «Легенда». Вот у меня заказала в оттенке «Адоре», «Пролине». Заказала клиентка, и я заказала, чтобы скидочка прошла, вот такую тушь, 5 в одном, потому что туши у меня все разобрали, вообще в наличии ни одной нет. Так что хорошая акция, девчонки, успевайте еще, неплохо, в общем-то, получить такой подарочек со скидкой 40%. Еще у меня клиентка заказала губную помаду в оттенке нюд. Это матовая губная помада, вот такой оттеночек. Но смысла не вижу фокусироваться и показывать, потому что вскрывать я ее не буду. 259 рублей матовые помады в этом каталоге стоят. Заказали лайнер для губ Pro Perfector 249 рублей. Заказали первый в оттенке вот в таком, Alter Dark. Так, в каталоге он выглядит. Самый темный оттенок это вот такой. И давайте посмотрим. Приходит все это дело в коробочке. Ой, как тяжело открывается. Ну, посмотрите, девчонки, но он совсем темный. Совсем темный. И второй оттенок Full On. Это вот такой. Написано, что количество ограничено, но мне пришел. Девчонки, у меня сегодня тут свет опять. Вот такой, посмотрите. Оттеночек. 249 рублей. Я не знаю, конечно, как они будут по нанесению, но посмотрим. Клиентка еще заказала у меня матирующий праймер для лица. 369 рублей по каталогу стоило. Так, дата изготовления 22.10.2020 год. Так.
Ну, вот так выглядит тюбик, но так же, как и в каталоге, собственно. Ну, естественно, я открывать его не буду. Еще у меня девочка заказала тональный крем. Ну, это обычный Almond называется. Посмотрите, коробочка немножко тут опять. Не любят вообще на нашем иркутском складе коробки вот эти. Ну и пришел мне товар дня за 50 рублей. Пена для ванн с ароматом Bubblegum. Красота вот такая, девчонки. Ну, я люблю товары дня, как и все, наверное. Ой, аромат очень-очень классный, очень приятный. Ну, приятно получить такой подарок всего за 50 рублей. Вот такой был мой заказ. Если вы еще не являетесь представителем компании Avon, хотели бы стать им или просто хотели бы стать зарегистрированным покупателем компании продукции Avon, пожалуйста, регистрируйтесь в мою команду. Ссылку для регистрации я оставлю под этим видео. Кроме того, оставляю свои контакты, Viber, WhatsApp. Пишите, девчонки, пишите. Предложения классные. Сейчас очень много классных акций. Приятные подарки компания дарит. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока!